Приготовим очень вкусные кето-драники из цукини с форелью и яйцом пашот. Возьмем кабачок, натрем его на крупной терке и оставим в сторону, пока не выйдет лишняя жидкость. Поставим воду разогреваться для яйца пашот. Теперь натрем моцареллу без жидкости на крупной терке. Порежем репчатый лучок в половинку. Хорошо отожмем кабачок и все смешаем. Лук, моцареллу. Добавим яйцо, ложку псиллиума, ложку неактивных пищевых дрожжей и одну ложку миндальной муки. Посолим и поперчим. Все хорошо выпекаем на кокосовом масле. Собираем блюдо. Добавляем авокадо, рукколу, томаты, яйцо пашот, рыбку. Яйцо разрезаем, чтобы вытек желток. Вот такое вот красивое, солнечное, яркое блюдо у нас получилось. Это очень вкусно, полезно, друзья. Присоединяйтесь на мой канал Кето Марафон, где вы найдете больше классных рецептов.